Всем привет, с вами Кэтсунэко. Поиграем в замечательную игрушку под названием Castle in the Darkness. Это нормальная игра, не демо-версия какая-нибудь. Я тут даже пробовал уже. Шут поиграть. Заценить, две минутки попробовал. Давайте удалим. Вот это да. И все, new data. Что мы тут видим? Королевство Александрия. Какой-то чувак. Один темный и глумной ночью. Кинг Эльмор. Король Эльмор. Что-то там. А его отец, принцесса Изабель. Вообще ничего не успевал читать. Принцесса Изабелька, короче, какая-то. Стражники. Что-то они там хотели сменить позиции. И тогда армия монстров, короче, на них напала и чего-то там сделала. Все и только один куда-то пропали, и мы остались. Александрия, зацените музыку, какая клевая. Прям такой, знаете, позитивный мюзик. Так, что мы имеем? О, какой-то чувачок упал, и на него зомби идет. Опа, и он зомби стал. Монеточку берем. Еще одну. Так, мы можем дабл джамп делать? Нет. Он ходит так прикольно. Да, вот эти цик-цик, это он ходит. Так. А что, меню никакого нет, что ли? А, hold. Зажмите escape для выхода, да? Не знаю, прям не знаю. Ладно, погнали. Ой, децл коцнули нас, так. Зайти. Ух ты, дедуля, какой-то этот город, чего? Наполнен монстрами. Или заполнен... Ух ты, я у тебя деньги скоммуниздил. Бабуля. Короче, это что-то там невозможно. Нас ролфят. А, смотрите, тут какие-то секретные ступеньки должны быть, да? Да, какие-то ступеньки должны появляться, судя по заднему плану. По теням таким. Может, что-то нажать надо. Ну, меч у него, конечно, здоровенный такой. Прикольно сделано. О, вы появились. Зомбики. У него музычка такая бодрячком. Так, летающий глаз. На, получи. Зомби на каких-то пингвинов, что ли, похоже. Что-то непонятное. Ого. Секретики хотеть я. Хотеть секретики. Ого. Это что такое? Какая-то богиня. Так, сейф. О, сломался, да? Эквип. Экипировка. А, только у нее можно, да? Смотрите, оружие. Гвард, защитник. World Host World. Ага. Хорошо. Вон у нас стоит. Защита тоже. А, предметы. Посмотреть предметы. Ничего нету. Реликт. Никаких реликтвий у нас нету. И, собственно, идем мы дальше. Парнишка, что нам скажет? А, противники, какие-то пули используются, хитбэк. Что-то запомни. Удар назад, да, или что там? Так, девочка. Нифига себе. Ты что тут натворила-то, делов-то? Такие сзади пристроились к ней. Ого. И что, мне тебя убивать типа надо? А как тебя убивать? А! Ого! Нифига себе.
Ой, коцнулись. Так, сейчас опять будет фигней свой страдать. Прикольно, прикольно. Механика такая геймплейная, да? Собираем монеты. А то они уже у нас... Так, получено достижение левел 1, Slayer. Boss Heart HP up. Нам подняли жизни. Стоп. Что за херня происходит? Короче, я перепрошел босса, и вроде все нормально. Вот он у меня как-то сам на автомате пошел и заглючил. Ну, бывает. С инди-играми бывает. Давайте посмотрим, что у нас там. Так, ХП увеличилось, да? Но нам никаких предметов не дали. И реликвий нам тоже никаких не дали, поэтому... В жопку. Все, идем вперед. Что ты нам скажешь? Зажми, держи кнопку прыгать. Будет выше, короче, прыжок. А, ты отскочишь, да? Или что там будет? Так. Да, нужно было нажать и держать, и ты как бы отпрыгнешь так от него. А, где я нахожусь? А, вот внизу нахожусь. Можно запрыгнуть слева, можно справа. Какое разнообразие. Тихо ты, блин. Глазик. У меня жизни так мало. Они у меня что, не восстанавливаются, когда я к статуе подхожу? Что, секретов никаких нету, да? Беда, печаль. Так, если я назад пойду. Там штучка появилась. А-ля Castlevania, да? Вот эти влетающие кости и скелеты. А что это мне скелет так много отнимает, что ли? У меня же получается было почти... Ух ты, какая Да, смотрите, они сколько много отнимают. Всего за 3 монеты. Так, тут что у нас? Какая-то девушка. Ломаем кувшин, забираем у девушки все деньги. Накопленные. Она и так вся в расстройствах. Так, crack it block. Only be broken. Holding the RS gauntlet. Перчатки. Какой-то, короче, поврежденный блок можно сломать какими-то перчатками. Может быть, дальше? Курица. Курица. Да. А как сломать-то? У меня больше ничего нету-то. Ну-ка. Может, купить что-то нужно. Ну ладно, понятно. Можно сломать. Да? Только сломанные. Зажать Iris Gauntless. То есть перчатки Iris. У меня такого нету. Я их не купил. Там, кстати, они еще и наверху сломанные. Не только внизу. Так, лягушку можно несколько раз убивать, да? Фармить монетки. Так, заходим. Что здесь? Магазин какой-то, да? 10. Хотите остаться на ночь? Говорят нам. За 10 золотых. А нахрена? Типа хильнуться, да? Ладно, давай. Нифига себе. Ага, прикольно такой пчук. И дрыхнуть. Интересно. Все, преснулись. Интересно, засейвились, нет? Комната 301 у нас была. На третьем этаже. Ну, логично, да? 201, 202, 203. Двойка, это означает, что второй этаж.
А, я думал, на подоконник можно запрыгнуть. Нет, к сожалению, никак. Так, ин. Какой-то магазин. А, ну мы в нем были, да? Что ты нам скажешь? Hey, wake spot like eyes of heads. Глаза на твоей голове. Смотри, говорит, чтобы тебя не обманули. Wrong's World. Это какой мощный меч, да? 100 монет. И не хватает монеток. Тихо, ты птица летающая против по всему, через все, блин. Хотя можно было там на лягушке нафармить, да? О, какой. Мечами кидает. А как тебе убить? Как его убивать-то? А в гостинице, не знаю, сейвят, нет? Ай, задел он меня. Блин, я опять коцнул. Тут аккуратненько надо. Тут всякие шипы, в принципе, здесь вообще никого нету. Как я самоубился, не знаю. Берем. И чешем назад. Блин, я реально не знаю, как там сохраниться. Потому что она же одноразовая. ПСК. Я на этом же самом месте. Итак, ребята, я, короче, взял эту перчатку. Можно было еще перепрыгнуть из через апостамент и проломить стену и взять еще вон денежек. Мне как раз хватает денег на этот мечик. Вот, еще даже деньги остались. Теперь нужно аккуратненько засейвиться. Теперь зацените экипировочку нашу. Смотрите, атака 0.1. Что? Оружие. Ну, он просто больше и все. Атака такая же осталась. Фигня, короче, какая-то. Вот реликвия. Ладно, возвращаемся, сохраняемся. Ой, да-да. Еще разок сохраняемся. Сейв. Класс. Так, где нам девушка говорила? Вот, жабенка, да. Не, видали, меч больше стал. Радиус поражения дальше, да? Здесь, говорит, можно ломать блоки. Мы сделаем так, смотрите. Я просто здесь еще заметил. Оба. Оба. Прикольно, да? Нормально так. Еще 50. Вот, еще у нас денег много сколько стало. А что с курицей делать, я не знаю. Может, она просто дурная, бегает здесь. Как ополошенная. Блин, я забыл про лягушку. Ой, монеток разлетелось много. Так, гостиница нам нахрен пока не нужна. Ладно. Сохраняемся, да, жизни у нас прибавляется. Не надо было на гостиницу денежки тратить. Ну, на этой веселой ноте я с вами прощаюсь. У микрофона был Кацунеко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, группу ВКонтакте. Оценивайте видео, пишите комментарии. Обязательно пишите. Ну, на этом все. Джаны, еще услышимся.